Роза, Петр, мы знаем, что у вас очень музыкальная семья. Да, наши родители пели, и сын наш, Сережа, работает в цыганском театре. И младший сын любит музыку, Гриша. Ну, Гриша уже человек взрослый, ему 5 лет. Вопрос, кем стать, решен давно, и решен категорически. Гриша будет барабанщиком. И поэтому он, естественно, предпочитает эстрадные ритмы.